Между Казахстаном и Турцией сократится время перевозки грузов. Вместе с тем увеличится взаимный товарооборот. В планах довести его до 10 миллиардов долларов. На сегодня объем грузоперевозок между двумя странами уже достиг 6 миллиардов долларов. Сенат сегодня одобрил законопроект о международных комбинированных грузоперевозках. Казахстан со своей стороны уже начал принимать меры по ускорению поставок через Транскаспийский международный коридор. Напомню, этот маршрут пролегает через Китай, наше государство, акваторию Каспийского моря, Азербайджан, Грузию и далее уходит в Турцию и страны Европы. Вместе с тем, в настоящее время стороны рассматривают вопрос цифровизации необходимых документов. Добавлю, Турция – важный экономический партнер страны. По объемам товарооборота государство занимает 5-е место. Принимается ряд мер по улучшению, по ускорению скорости по данному коридору. Для устранения разных узких мест министерством принимаются меры по строительству вторых путей доступ МУИНТ, по строительству обводной дороги, железнодорожной обводной дороги города Алматы, дороги железнодорожного участка Дарбаза-Мақтаарал. Вместе с тем планируется в Актау до 2025 года строительство контейнерного хаба, который будет предусматривать обработка до 300 тысяч контейнеров в год. Порту Курок в текущем году будет запущен зерновой терминал. Также прорабатывается вопрос по строительству многофункционального терминала Саржа.